Меры поддержки в условиях пандемии. Тот, чей бизнес, пусть даже небольшой, пострадал в период длительной всеобщей изоляции, знает, насколько они сейчас необходимы. Главная задача властей всех уровней – подставить предпринимателям плечо и помочь удержаться на плаву. Чтобы вновь обсудить пути решения многих возникших проблем, глава округа Андрей Иванов провел круглый стол в формате видеоконференции с участием представителей налоговых органов, Роспотребнадзора, Одинцовской торгово-промышленной палаты, МФЦ и банковской сферы. Такие конференции будем и дальше проводить, будем проводить их регулярно. Многие предприниматели часто жалуются на то, что сложно разобраться в системе помощи государственной. Она сейчас распределена по разным организациям, ведомствам, и не всегда можно четко сориентироваться в этом потоке информации, ежедневном потоке. Конференция дала участникам ответы на множество важных вопросов, в первую очередь касающихся финансовой поддержки и налогообложения. Так, предприятия, в том числе индивидуальные предприниматели малого и среднего бизнеса из перечня пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики, могут рассчитывать на государственную субсидию. С начала текущего месяца, в соответствии с постановлением от 24 апреля 2020 года номер 576, организации, индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших отраслях, могут подать заявление на предоставление субсидии на выплату заработной платы за апрель и май месяц при соблюдении определенных условий. День российского предпринимательства, который отмечается 26 мая, в этом году не сопровождался массовыми мероприятиями из-за пандемии. Но торгово-промышленная палата нашла способ поздравить бизнес-сообщество в доступном онлайн-формате, поддержав в сетях флешмоб «Мы за бизнес». Это федеральная программа, которая призвана привлечь внимание к малому бизнесу, малому и среднему бизнесу, потому что это наиболее пострадавшая часть нашего предпринимательского сообщества. Наша позиция, собственно, она поддержана федеральной палатой. По словам главы округа, правила проведения конференции с участием предпринимательского сообщества с обсуждением вопросов и проблем будет продолжено. Официальную информацию обо всех мерах поддержки бизнеса можно получать ежедневно в телеграм-канале «Профессионалы Одинцова». Это сведения о налоговых послаблениях, субсидиях, работе МФЦ, администрации округа, банков и многое другое. Елена Морозова, телекомпания «Одинцова». Продолжение